уважаемые старшие наши, дорогие друзья, рад приветствовать вас сегодня на этом прекрасном знаменательном событии. Открытие памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину, человеку, который осуществил первый полет в космос. Он прославил нашу страну. Он показал, что наша страна самая сильная в мире, потому что мы были первыми. Я уверен, этот памятник послужит хорошим примером. Именно имя Юрия Алексеевича Гагарина послужит сильным примером в воспитании будущих поколений нашей республики. Я хочу пожелать нашим детям, чтобы они всегда были первыми во всем, чтобы они также дерзали, мечтали о полетах в космос, о достижениях, которые могли бы прославить нашу страну на весь мир. Сегодня вам есть чем гордиться. Наша страна действительно достойная. Вы знаете, что сегодня есть определенные вызовы. Но и здесь мы отстоим, потому что мы едины. И это доказывают наши бойцы, которые сегодня выполняют свой воинский, гражданский долг. Я могу сказать, что они его с честью выполняют. И хочу пожелать вам, чтобы вы были под стать тем нашим старшим, которые сегодня верой и правдой служат своему государству. Нет высшей чести для человека служить своему государству, а значит своему народу. Каждый человек, рожден на этой земле, именно для того, чтобы быть полезен своим братьям, своим сестрам, тех, кто его окружает. Еще раз хочу пожелать успехов будущим поколениям. И добавлю, сегодня городской округ Баксан развивается. Еще предстоит много что сделать в городском округе. Но я уверен, нам это под силу. И, наверное, вы сами видите и новые микрорайоны, и новые школы, новые дороги. Хочу также сказать, что и данный участок автотрассы будет реконструирован до 4 полос соответствующей инфраструктурой, тротуарами. Поэтому вместе мы все одолеем, все сделаем для того, чтобы наши будущие поколения жили под мирным небом и, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, совершенно другим качеством жизни. Спасибо вам.